пришла Катя со школы, да? Стадиона. Со стадиона. Вместо школы Катя сходила на стадион. Что ты там делала? Ну, Виктория, стадион. Что ты делала? Не отвлекайся. Мы и тренировали. Туда-сюда ходили. Да. Мы дошли на День города с махим флажками и смотрели. Вот оно восприятие ребенка. Мы должны на День города ходить, размахивать флажками и смотреть на зрителей. И Мак, нам такая говорит, смотрите на зрителей, что вы вперед смотрите, надо вот так повернуть голову. А Максим такой говорит, а что на них смотреть, там все равно зрителей нету. А я такой говорю, ну тогда будем смотреть на стуле, красивые же они. То есть сегодня вот то, что мы с Мишей смотрели на стадион, а там была толпа детей, и рассуждали, они там, где наша Катя. Катя была именно там, но мы ее не заметили. Мы тебя знаешь, почему не заметили с Мишей? Потому что бабушки не было. Я думаю, я же знаю, что бабушка с тобой пошла. Я думаю, конечно. Если бабушку увижу, то это... А бабушку не видела, думаю, значит, это не Катин класс. Я в это время встречалась с Наташей, что ли. И при этом я еще опаздывала на стадион, мне надо было мчаться. Ага, бабушка не бегает, понятно. То есть кто, кто несется, ненормальный. Ну, сейчас... Приложила нас. Меня обидела. Нет, для тебя это нормально. Так, у Кати куча пятерок. Катя на этой неделе насобирала кучу пятерок. Ну и немножко четверок. И не насобирала плохих отметок. Не насобирала? Не-а. Ну, тройка это пока неплохая, это пока для меня нормально. Главное, нет, тройка, Катя, это плохая отметка. А тройка и по математике, по контрольной. Да, тройка. Но Катя обещает, что это последняя тройка, да, Катя? Не знаю. Тебе в комментариях написали, что ты, наверное, очень хорошая ученица, раз ты постоянно учишься. Я не хорошая ученица. Хорошая. Она хорошая ученица, просто нужно математику выучить. Катя долго с математикой воевала вместо того, чтобы ее учить. И теперь приходится учить за все года, да? Нет, скоро нет. Катя у нас будет отличницей. А к нам пришла бабушка. Да. Она теперь у нас жить будет. Да, Леся, будешь помогать мне делать? Ты невозмутимая вообще, даже не среагировала. Ты будешь мне Леся помогать делать? А что она не помогает, значит не будет помогать. Чего это не будешь помогать? Никто не будет мне помогать? Мама, ты обещала мне заснять вот это, то, что я скажу про прошлый вечера. Засниму. Только сначала лечо сделаю. Лечо это что? Лечо это салатик, заготовка. Может, то, что ты в банках делаешь? В общем, бабушка у нас сейчас Лизу заберет и поведет ее выписывать в поликлинику. Что там открылась дверь? Почему дверь открылась? Нет. Там, скорее всего, кошка. Да? Ты чего? Ходишь кругами? Не, я такая за косметикой. А, Лиза там переодевается, что ли? Да, она уже голая, плакать так и пошла. Все, Лиза, она тебя сдала. Итак, всем спокойной ночи. Лиза перед сном читает вот такую книжку. Молодец. Лиза тоже решила заниматься. С бабушкой ходить, как Катя. Посмотрим, насколько ее хватит.